Преображенский храм в поселке Совхоз имени Ленина совсем молодой. Его закладка состоялась в 2012 году, а уже с августа 2013 года с праздника Преображения Господня начались регулярные богослужения. В этом году православный праздник пришелся на среду. Для сельского поселения Совхоз имени Ленина он значимый, ведь именно здесь выращивается много фруктов и овощей. Такой большой праздник, любимый нашим народом. И мне очень приятно, что у нас, поскольку у нас храм Преображения Господня, этот праздник стал престольным. И у нас сегодня планируется, кроме службы в храме, еще различные мероприятия. Потому что для людей это, в общем-то, ну, праздник. Праздничную литургию в Преображенском храме поселка Совхоза имени Ленина проводил благочинный Михаил Егоров. Цвет облачения духовенства в этот день белый, символизирующий божественный фаворский свет, в котором явился людям на горе Фавор Иисус. Для меня этот праздник значит преображение души, стремление стать лучше, стать ближе к Богу. Поэтому вот сегодня все многие прихожане в белых одеждах, это как бы вот дань тому, что Господь преобразился и осияло его свет необычный, нетварный. И это вот как бы символ этого света, белый цвет. Хотелось бы пожелать, чтобы свет, которым Господь просиял на горе Фавор, а сегодня именно этот праздник отмечается, когда Господь преобразился, просиял на горе Фавор, чтобы этот свет преображения коснулся наших душ, наших сердец и наших умов, чтобы люди были ближе к Богу. А если мы будем ближе к Богу, мы будем ближе друг к другу, мы будем добрее, мы будем делать больше дел милосердия. Православный праздник Преображения Господня в народе называется Яблочным Спасом. Прихожане приносят в этот день на освящение созревшие фрукты и овощи. Галина Сергеевна Цицулина из деревни Слобода в этом году собрала хороший урожай яблок. Сейчас будем всех угощать, родственников всех, конечно. Надеетесь на будущий урожай? Ну а как же, всегда надеемся, потому что всегда, и когда, как говорится, потопаешь, так и полопаешь. Поработаешь, обработаешь все, порядок приведешь, значит получишь урожай. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.